продумать четкий алгоритм действий по спасению уникального палеонтологического памятника «Гусиный перелет» в Павлодаре и срочно начать работы по его музеификации. С таким обращением сегодня выступили ведущие ученые, занимающиеся проблемами сохранения нематериального культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Эту тему специалисты намерены поднять и на своем заседании в Париже. На днях мы уже сообщали, что «Гусиный перелет» находится в удручающем состоянии. Большая его часть уже застроена, оставшаяся скорее напоминает свалку. Общая площадь Гусинки примерно 6 гектаров, но нетронутой сейчас осталась лишь треть. Известные ученые-археологи и историки не раз заявляли о необходимости создания здесь музея под открытым небом с научными лабораториями и исследовательскими центрами. Насколько мне известно, вот Гусиный перелет, он уже находится сейчас в такой ситуации, когда идет обрушение этого берега Иртыша, где находятся линзы с остатками с палеонтологическими, где идет и строительство достаточно активно. И тем не менее, вот то, что сейчас имеется, надо найти адекватные формы сохранения этого наследия. Ценность его научная с годами не меняется. Поэтому сохранять его, конечно же, надо. И то, что сейчас он находится в таком состоянии, это, конечно, не очень приятно. И то, что сейчас предлагается, это, прежде всего, это музеификация этого памятника.